Вот она подача, гол красавец, гол красавец. Браво! С возвращением, Илья! Перехват Рубина в центре поля. Хороший пас Горбунова на Лисаковича. Бьет Лисакович ближний и открывает счет. Не было положения вне игры. 1-0 повел Рубин. Преимущество как будто численное у Рубина. Сейчас передача Зотова на Самошникова. Самошников показывает, что будет бить. Удар! Какой гол кладет Самошников! Браво! С возвращением, Илья! Да, он сразу показывал, что будет бить в дальний. Никто не клюнул на это. Но можно попробовать забить. По такой игре еще. И забивает Краснодар 2. Прекрасная атака. Индивидуальные действия, по-моему, все того же Карпова, который взял на себя игру, увел мяч чуть-чуть назад и не входя в штрафную, вот как раз там баранжируя на линии штрафной, пробил дальний угол и забил. Находит в центре Петрова, это уже опасно, Мусалов, подача будет, вот она подача, гол красавец капитана Хабаровска, это Гащенков, но Мусалов делает рутинную передачу, тут вопросы защитником Красноярского клуба, где же вы были. Лучше было бы отдать его резче или даже чуть позже. Атака продолжается. Подача, удар, падение через себя. Гол! Какой прекрасный гол забивает Родина. Опять падение через себя. Второй тур подряд.